люди будут сраться насчет всего вот этого вот. Ты попадаешь в другую страну. Это Америка, это понятно. Там думаешь, блять, сука, мама, роди меня обратно, я не хочу на это смотреть. Зачем люди играют в GTA КРМП, я не узнал до сих пор. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Данным видеороликом я открываю просто-напросто сундук Пандоры, потому что я примерно представляю, какая реакция будет на данный видеоролик, когда целевая аудитория одного из вот этих вот всех мультиплееров досмотрит данное видео хотя бы до середины. И вот что будет тогда? Я вот просто, я это представляю в голове, и я понимаю, что это того стоит. И я сделаю данный видеоролик, я его выложу, и буду просто наслаждаться тем, как, знаете, в комментариях мне там пишут то, там ты сделал то, а ты не сделал это, ты имел в виду не то, а на самом деле было это. И я уже давно хочу сделать такое сравнение, просто в котором я процитирую себя из одного из своих роликов, который уже давным-давно вышел, но его нужно бы, знаете ли, обновить с более, наверное, хорошим монтажом, с более хорошей подачей, хотя тут, конечно же, спорно. Тем не менее, это, знаете, как ролик про КРМП, потому что каких-то особых минусов GTA Сампа я тут, как вы можете понять, не скажу. Но также я тут выражу свое субъективное мнение, основанное на том, что видел лично я. Так вот, давайте уже сравним GTA Самп на Android и GTA КРМП на этот же самый Android. И все это, как вы понимаете, по сети, мультиплеер, онлайн, кооператив с друзьями, хамачи, тангл и вот все-все-все прочее из того, что вот только можно представить. Вы знаете, вот постоянно, когда я записывал какие-то видеоролики насчет там, я не знаю, вот этих вот всех КРМП проектов и всего прочего, мне писали там во ВКонтакте везде, мол, слушай, вот было бы неплохо, если бы ты там, знаешь, вот когда рассказываешь про КРМП проекты, не на GTA сам сервере катался, а на каком-нибудь из КРМП проектов, допустим, Black Rush или там вот все такое. Я на это, разумеется, никак не отвечу, просто я там, знаете, увидел. Зачем отвечать? Зачем сраться, если можно просто выпустить данный видеоролик и тут просто люди будут сраться насчет всего вот этого вот. И все будет, разумеется, замечательно. Однако, ладно, все, ладно. Значит так, что меня не устраивает в GTA КРМП на телефон и вообще на компьютер? Понимаете ли, в чем дело? Когда ты заходишь в GTA сам, будь то там, я не знаю, Android, будь то там, я не знаю, компьютер и вот все-все-все прочее, ты попадаешь в другую страну. Это Америка, это понятно, там американская культура, типа, вроде того, плюс-минус, там американские вот эти вот все машины, и, то есть и в Америку вот сейчас, в данный момент, по крайней мере, ты попасть не можешь, и ты вот со всем этим ознакомливаешься, со всеми этими улочками, со всей этой архитектурой, там, знаете ли, с машинами, конечно же, они все выдуманы, но взяты там с каких-то реальных прототипов, со всего прочего, тем не менее, ты со всем этим ознакомливаешься, и это что-то новое лично для тебя, а вот GTA КРМП, что на компьютере, что на телефоне, это все одно и то же, то есть я кратко процитирую, а вы там уже сами разберетесь. Ужаснейшая, блять, русская карта, ужаснейшие там вот эти вот, знаете, все модельки, блять, скины там, я не знаю, машин, все прочее, это полнейший пиздец, блять. Ты на это смотришь, думаешь, блять, сука, мама, роди меня обратно, я не хочу на это смотреть. Просто понимаете, в чем дело? Ты же и так живешь, блять, в России, у тебя же и так, типа, все это есть, ты можешь выйти на улицу и вот точно так же посмотреть на все то, что ты можешь увидеть в GTA КРМП. Зачем во все это играть? Я не понимаю людей, которые действительно во все это играют и как-то им нравится от этого. Зачем вы обманываете сами себя? Это ж пиздец полный. Я понимаю, почему люди играют в GTA сам, там, знаете, и на компьютере, и на телефоне. Я могу это понять. Более-менее еще как-то там что-то такое. Там, как минимум, эстетическое наслаждение есть в той или иной степени. Зачем люди играют в GTA КРМП, я не узнал до сих пор. Почему? Вот просто зачем? Объясните мне, нахуя все это делать? То есть, и тут вот мы кратко проходимся по вот основным плюсам, по основным минусам уже и GTA Сампа, и GTA КРМП. Это не то чтобы сравнение, это просто перечисление минусов GTA КРМП, просто вот с таким, знаете ли, названием. Чтобы хоть немного оправдать это название, давайте сделаем что-то похожее на сравнение. Допустим, в GTA Сампе ты можешь посмотреть там, знаете ли, на хоть и уже заезженную карту, но тем не менее американскую карту, такую, знаете ли, американскую мечту, на все прочее. В GTA КРМП просто какая-то лагучая, блять,
хуёвая карта, сделанная какими-то, блядь, самопилкиными саморезками, там, и всеми прочими вот этими чуваками, и ты на всех этих подделках каких-то людей играешь. Зачем? Для чего? Что тобой движет? Кто ты? Ты, блядь, человек, ты уже не человек, ты биоробот, нахуй. Потому что, ну, это невозможно, блядь. Вот у меня постоянно горит, я бы и не хотел, возможно, обсуждать, а вот это вот весь GTA, КРМП и все прочее, но знаете ли, в чем дело? Когда нету особо каких-то новостей по мобильному GTA, сам приходится обсуждать то, что приходится обсуждать. И иногда приходится сравнивать то, что приходится сравнивать. Говорить о том, о чем тебе, возможно, не особо хочется, но это, в принципе, схоже вот с тем, что ты делаешь, знаете ли, на постоянной основе, на своем канале. И в целом что-то новое попробовать, ну, я не могу, блять. Даже когда я скачиваю какой-то видеоматериал, какие-то видеоролики, вот что-то там, знаете ли, прочее, я не могу, но я смотрю на то, что там происходит, это ж пиздец какой-то. Вот это, блять, знаете, мне без разницы тут вообще какой проект. То есть тут можете приравнивать на любые КРМП проекты. Для меня все на одно лицо. Что Барвиха РП, что Блэк Раш Ролиплей. Насчет этого тоже можете посраться. Я бы еще, знаете, хотел посмотреть на то, что будет у Радмира КРМП Мобайл, когда все это выйдет. Но тем не менее, ладно, об этом мы уже как-то поговорим в следующий раз. Но на самом деле это просто пиздец. И меня постоянно, знаете, не то что спрашивают, а просто чтобы потом не отвечать на эти вопросы, как сейчас вот мне бывает задают какие-то вопросы, я уже скидываю ссылку на видеоролик, в котором бомблю на комментаторов, которые нихуя не понимают. А чтобы как бы все понимали мое мнение насчет мобильного GTA КРМП, потому что просто скинуть ролик там, знаете, на компьютерный GTA КРМП, они такие, так это ж другое. Ну это ж типа другое, типа, а чё ты так взъел? Ну это другое, это абсолютно точно, ну ты чё, бля, это же другое. Типа, дурак, это вообще, это дебил что ли, бля, это полное, это, бля, это полная противоположность, а ты тут что-то вообще делаешь, ну я даже не знаю, зачем, то есть, я не понимаю этих людей, чуваки, ну вы серьезно, блядь, играете на вот этой ебучей бля, это просто ебануться. Если GTA Самп еще хоть как-то можно терпеть, хоть кто-то там как-то с него начинали, то GTA Крэмп это просто ебанутая хуйня. Это ебанутейшая, бля, это пиздец. А комьюнити GTA Крэмп это просто, бля, это мрак, бля, это страх, это просто, я не знаю, как можно еще это описать. Это пиздец полный. И понимаете, то есть я ничего не имею против чуваков, которые там просто любят в GTA Самп поиграть, в GTA Крэмп поиграть, понимаете? То есть за вкусы я осуждать не буду, даже если вам нравится говно, мне уже на это давным-давно похуй. Ну, в самом деле. Но вот тут это просто ебану. Я не выделяю какой-то один проект, опять же, в КРМП. Для меня все проекты в КРМП одна постная хуйня, даже не на постном масле, а на каком-то, я не знаю, постироничном, что ли, масле, если бы это было действительно так, если бы GTA КРМП это была просто какая-то постироничная или там, знаете, мета-ироничная подделка. Но это же не так. Это пиздец. Я начинаю об этом говорить, меня горит, меня бомбит. Я не знаю почему, потому что я не могу на это смотреть спокойно, блять. Кому это, почему людям это нравится? Я не понимаю, ты также можешь спокойно, блять, выйти на улицу и увидеть то же самое. Те же самые машины, тех же самых людей, блять. Зачем? Нахуй? Я не знаю. Возможно, что-то со мной не так, а все такие уже, знаете ли, а новые такие, знаете, прошаренные люди играют в КРМП. Ну, я в самом деле не понимаю. Если вам действительно вам было неприятно вот это вот все слушать про свой любимый, знаете ли, я не знаю, клиент, на котором вы играете, про все прочее, ну, так думает большинство, как лично мне кажется. Большинство ненавидит эту хуйню и просто научились сами себя обманывать. Просто, видя все это невозможно полюбить, мне кажется. И люди, которые там играют, они тоже сами себя обманывают уже давно и... все, я не хочу про это говорить, все, я достаточно в пизду, блядь.